отделом творческих мастерских мы занимались проектированием города. Сначала мы нарисовали сам город, затем вели на зоны, потом нарисовали здания, которые будут размещаться на этих зонах. Потом в конце мы нарисовали горизонт города. Сегодня мы будем заниматься морским побережьем, также с папье-маше, газеты, клея. Но перед этим мы сделали предварительный ландшафт, чтобы можно было подумать, как сделать сам город, чтобы было очень красиво.
Рубрика Life News «Жизнь и культура». Сегодня у нас первый выпуск программы «Эко-Лайф Ньюс». Итак, мы находимся на южном побережье Изумрудного моря. Здесь прекрасный климат, дневная температура плюс 26 градусов, свежий морской бриз. Здесь глубокое песчаное дно, что позволяет морским судам беспрепятственно заходить в гавань. Здесь хорошая инфраструктура, приятные дороги. Вот машины повезли молочные продукты с экофермы. Теперь мы совершим прогулку на воздушном шаре. Смотрите, какое удивительное явление здесь обнаружено. В горах есть породы камней, излучающие голубое сияние. В следующем выпуске удивительная история поющих стен старого замка.